По данным Государственной комиссии, которая расследует аварию ракеты «Союз-2-1А» с космическим грузовиком «Прогресс М-27М», рассматриваются несколько версий инцидента. Среди них разгерметизация баков носителя, которая могла возникнуть из-за сильных нагрузок при полете, и производственный брак. Нам до конца непонятно, что там конкретно произошло. Основываясь на имеющейся телеметрии, физике взрывных процессов, а также опыте специалистов, привлеченных к работе комиссии, выдвинуто несколько наиболее вероятных причин произошедшего. Две из них – повышенные нагрузки на третью ступень и нарушение технологий изготовления баков, рассказал источник, близкий к расследованию. Точно установлено, что двигатели третьей ступени в нештатной ситуации с «Союзом 2-1А» не замешаны, подчеркнул он. В настоящее время члены комиссии на предприятиях ракетно-космической отрасли изучают узлы и системы третьей ступени, проводя их проверку на стендах и моделируют нештатную ситуацию. «Прогресс М-27М» стартовал с Байконура 28 апреля. После запуска корабль по неясным причинам был выведен на нерасчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Корабль должен был доставить на станцию более 2,5 тонн грузов различного назначения – топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов.